Привет, друзья! Это шоу «Липсинг Баттл». Я его ведущий Роман Каграманов. К вашим услугам. Что такое липсинг? Говоря простым языком, это синхронное музыкальное безумие. И сегодня это безумие будет оценивать наше звездное гостье. Встречайте, господи, Мия Бойко! Богиня, пожалуйста, пересаживайся. Всем привет! Сюда? Мой стул? Да-да-да. Ну, если и хочешь, можешь сесть сюда. Неудобные стулья. Прости, пожалуйста, все? Не по райдеру не готовились. Подержи. Я держу, ага. Нормально? Красиво сижу. Главное не шевелиться. Чтобы не... Я тебя поймаю. Да, спасибо. Так, Мия, ну давай поговорим с тобой. С липсингом знакома? Делала липсинги когда-нибудь? Да ну не... Как эротично никогда. Звучит. Делала когда-нибудь липсинги? Короче, для тебя этот жанр знаком? Да. Угу. А когда-нибудь ты перевоплощалась в какого-нибудь артиста, популярного человека? Нет. Потому что, ну, я сама артист, я хочу только себя продвигать. Это достойно ваших бурных аплодисментов. Но, это не значит, что я в своем образе не снимала под треки других исполнителей. Безусловно. Своих друзей, когда они просили меня поддержать. Их треки я снимала. Но это тоже считается как липсинг, правильно? Да, конечно. Ага, хорошо. Смотри, у нас сегодня такое интересное шоу. У нас будет два участника. Угу. Они перевоплотятся в тебя полностью. И это еще не все. Они будут исполнять твои треки, повторять твою мимику, повторять твой посыл. Твоя задача — кайфовать от происходящего. В конце... этом стуле это уже очень сложно будет. Крошка, ты можешь вставать, танцевать, супер. Двигаться, но в конце у тебя очень сложная задача. Тебе нужно будет выбрать из двух участников одного победителя. Ненавижу выбирать. Поможете, если что? Все равно эти участники вас всех не запомнят, если что, не смогут отомстить. Ну почему же? Все наши гости отдали участникам свои паспорта, поэтому как-то же они попали сюда на съемку. Ну что, ты готова? Вообще, что ты ждешь? Чего ты ждешь от первого участника? Это всегда очень волнительно, когда кто-то повторяет твой образ, потому что я сама его придумывала с таким, знаете, трепетом, хочется сделать что-то необычное. И когда ты в образе, все равно в этом есть часть самой тебя. То есть не все же я выдумывала. Конечно. И очень странно и необычно видеть, когда кто-то повторяет мои манеры. Это же круто, прикинь, кто-то перевоплотился да. в тебя, и это же вообще вау. Вот я уже очень хочу посмотреть. Прям очень хочешь? Да. Тогда встречайте. На сцене липсинг батла. Мия Бойко с треком «Бабочки». Под ваши бурные аплодисменты. У меня не было опыта липсинга. Я первый раз здесь. Немножко волнуюсь. Ну как немножко, а очень волнуюсь. Мне просто нравится что-то новое в своей жизни пробовать, поэтому я здесь. Я до этого выступала на сцене, но это было очень давно, когда я была маленькая, ходила в школу. Мне было легко делать этот образ, потому что половину вещей я заказала, и, соответственно, из всего того, что сделала я сама, это вот макияж. Так что проблем не составило никаких. Самое сложное было выучить текст песни. Я встречала видео Мии Бойко в ТикТоке, также слышала эту песню, но я не скажу, что я прям знакома со всеми ее произведениями. Я разносторонний человек, соответственно, эта песня мне очень понравилась, а остальные я пока не слушала, но есть время. У меня просто немножко другие музыкальные вкусы, но, в принципе, я готова к экспериментам и ко всему новому. Нет, я не рассчитываю на победу. Я просто рассчитываю хорошо провести время и познакомиться с новыми людьми. Я желаю себе не запнуться и желаю всем участвующим и всем зрителям, чтобы они кричали погромче и не слышали мои косяки. Слипите, по-моему! Йоу! Подожди, это же все как в Снипете, нет? Очень даже, да. Вот эта голова точно... Вот это точно чел был, прям он... Секунду. Давай. Развернись, пожалуйста. Ага. Блин, походу, этот и был у меня. Этот был миньон? Да, и голова тоже... Голова тоже... Ты заглядываешь в рот? Но Шрек... Это Халк.
Это не Шрек, кто это? Халк. Халк. Халк был побольше. Ну, прости, у нас нет денег столько. Ну, ладно, нет, просто уже очень хорошо. Мия, мы готовы начинать? Мы готовы, помогите мне залезть на этот стул. Ага. С каблуки, ну, чтобы красивой быть. Ага, так. Так, все, спасибо. Все, готовы? Спасибо. Да. Тогда поехали. Let's get it started in here. Бойко в исполнении Кристины Волковой под ваши бурные аплодисменты. Слушайте, друзья, две Мии на одной сцене. Это пожар, это... Мия, ну что? Каково? Каково смотреть на себя? Блин, очень необычно. Лук прям соблюден. Спасибо. Как в клипе. Плюс, я думаю, нужно отдать должное... этим декорациям на сцене. Массовки. Живым. Да, массовка. Я забываю слова, когда волнуюсь. Да ты волнуешься? Почему? Ну, блин, это так все волнительно. Так. Супер класс. Только, у меня один вопрос. Да. Покажи мне свою правую щеку. Шрамики. Ничего нет. Как так? Это же главное. Я волнуюсь за твое здоровье. Не хочу, чтобы у тебя были шрамы на лице. Ну, они есть и так. Как мило. Так, Кристин, ну расскажи мне, пожалуйста, перевоплощение, образы, липсинги для тебя это знакомо? Нет, я впервые в этой рассылке. Впервые? И на сцене впервые? Да. Знакома с творчеством Мии? Да, да. Как тебе? Через ТикТок хорошо очень. Вот мне так. Нравятся цветные волосы. Я свои не могу покрасить, к сожалению. Почему? Я натуральная рыжая, мне очень жаль. Рыжая бестия? Нельзя? Да. Не получится? У меня нет души. А. Я не хочу ее приобретать, мне не нужна лишняя. Все, я понял. Ну вообще, это твоя стихия? Тебе нравится быть на сцене, перевоплощаться? Мне понравилось. Понравилось. Пока не могу сказать точно, первый раз. Хорошо. Ваши аплодисменты Кристине Волковой, бурные. Мы провожаем тебя. Спасибо тебе огромное. Спасибо. А это был всего лишь первый участник. Блин, их всего два, да? Да. Жалко. Ну как? Скажи мне, как это? Что ты ощущаешь внутри? Ну, то есть, я не понимаю. Если бы меня вот так вот скопировали на сцене, я бы, наверное, не знаю, сошел с ума.
Ну, да, плюс-минус. Сошла с ума? Да. Я не смогла удержаться. Я спросила у Ромы, можно ли мне пойти спеть. С собой? С собой. Я не могла удержаться. Вот. Но движение, которое я показывала, это концертная моя версия. То есть, когда я выступаю с коллективом со своим на концертах, я всегда показываю вот эти вот секси-движения. То есть, получается, мы только что просмотрели бесплатный твой концерт? Да. Ой, Мия, мне уже так интересно посмотреть второго участника. Мне тоже. Как думаешь, под какую песню будет пародия? Ну, учитывая, что у меня есть определенные песни, которые все знают, то, наверное, «Пикачу», либо, может, «Бегу по тропинке», что-то ты мне подсказала. Ну, не знаю, в любом случае, я люблю все свои песни, поэтому это будет круто, я думаю. Ну, хорошо, тогда на эту сцену я хочу пригласить Мию Бойко. Номер два. С треком «Пикачу». Знаете, было очень мало времени, чтобы подготовиться. Но неделя. Неделя была, и эту неделю я искала. Самое сложное было в поиск волос, костюм, чтобы был похож хоть немножечко. Сегодня я буду удивлять своей эксцентричностью. Я просто выйду на сцену, и это уже будет гениально. Ну, вы знаете. Мне кажется, что для победы в липсинг-баттле нужно быть более уверенным, излучать энергию. Значит, особенно когда Мию я делаю, это нужно быть такой энергичной прям. Заряжать толпу. Зарядишь толпу, там, может быть, победа рядышком будет. А может и нет. Хочется, чтобы зал меня поддержал своей энергетикой. Если я буду чувствовать отдачу, мне захочется еще больше отдавать им. И знаете, когда выступаешь на сцене, это некий диалог между зрителем и артистом. И если этот диалог происходит, это лучшее, что может вообще произойти на сцене. Лена, пожалуйста, не облажайся, а? Не забудь слова! У тебя все получится, Лен, давай, жги! Ай. Ай, ой. Я с вами. Супер. Кайф, мой друг. Давно не виделись, слушай, как сам. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Ты что, моя лапушка, ла-ла-ла. Мия Бойко в исполнении Елены Завидовой. Ваши аплодисменты. Браво!
Мия, ну что ты скажешь на это? А, это была какая-то смесь меня и Клавы Коки, потому что тут был Вок. Я могу сказать, что это самая развязная, отвязная Мия Бойко в моей жизни, потому что... Я тебе такое представляю. Я сам... Да. Секси-шмекси, краш-генериалка. Ты меня такое представляешь? Да, крутой вот такой. А я просто стеснительная по жизни. Что? Да. И все вот эти... Ты мне скажешь. Вот эти все движения, которые ты делала, я всегда тоже хотела это ему научиться и быть такой более развязной, и я не знаю, получается ли у меня это, да, или нет, но ты какая-то была прям такая вау, а я часто стеснялась быть такой, поэтому, блин, ну не знаю, у меня прям эмоции, потому что я себя увидела немного с другой стороны, как могло бы быть, или как может быть, на что мне стоит обратить внимание, но извиняюсь, Вок, я точно танцевать не буду. Он просто уже не может выдержать нашей красоты, две мили. Егор постоянно падает. Егор падает, пожалуйста, придерживай его. Хорошо. Как бы смысленно звучало. Окей. Что-то еще? Да нет. Я шрамик не забыла. А? Да. Подготовилась. Подготовилась. Ленчик, ну рассказывай. Я все знаю. Рассказывай. Что? Ну мы знаем уже, что ты у нас в плане перевоплощения просто царевна, королева. Опять льстец. Ну, слушай, давай, не надо, мне заплатили за это, чтобы я это говорил. Ладно. Творчество Мии как? Мне очень нравится. Да? Такая зажигалочка. Спасибо. Но у тебя почти есть образ Мии в твоих тиктоках. Мальвину, что ли? Мальвину, конечно, да. Тоже волосая красотка. Мальвину играешь, да? Да. Кстати, вы там похожи, у вас костюмчики почти такие же. Такая секси Мия Мальвина. Секси Мальвина. Да. Ну ты классная. Ну, вы тоже очень супер. Такие. Супер. Все получилось, как ты задумывала, Лен? Да, мне кажется, да. Угу. Может быть... Знаете, в голове всегда все чики-пики, прекрасно, выходишь такая на сцену, думаешь, господи, что я творю? Слушай. Да, в процессе иногда что-то приходит, что-то уходит. Все ли было прекрасно, мы сейчас как раз-таки узнаем. Хорошо. Поэтому я хочу на сцену пригласить Кристину Волкову, пожалуйста, появись. Детка, тебе сейчас предстоит... Не поднимайте. Шоки прими на сцене, он уже не выдерживает. Вот тут самое место. Он не выдержит дальнейших общений наших. Да. Тебе сейчас предстоит самое сложное. Выбрать одну Мию, которая выиграет сегодняшнее шоу «Липсинг Баттл». Руки трясутся. Да, я понимаю. Но это нужно сделать. Порассуждай вслух, взвесь все за и против. Нам очень интересно. Да, во-первых, мне безумно приятно, что девочки вообще меня повторили. Это всегда очень волнительно, когда кто-то повторяет что-то, что делаешь ты. И это всегда очень приятно. Стой, пожалуйста, уже, ну, не привлекай лишнего внимания к себе. Все тебя и так знают. Все тебя и так, да. Господи. Вот. Ну что, касаемо, я не знаю, как это назвать, профессионализм, если можно такое слово вообще здесь употребить. Ты можешь говорить любые слова, какие хочешь. Да. Актерское мастерство. Да. Я думала, понравилось ли мне одно выступление больше, чем другое, из-за того, что песни были разные. Угу. Но все как в жизни. Класс, так. Он от меня уже отписался, поэтому, я думаю, ничего не произойдет уже. От меня опять отписался. Вроде опять. Или подписался. Проверьте кто-нибудь, отписался или подписался. Отписался опять. Боже, сейчас я проверю. Ты пока говори, я буду проверять. Да, мне кажется, дело не в выборе песни, а в энергии какой-то. Но как тебя зовут? Кристина. Волкова Кристина Дмитриевна. Кристина, ты первый раз, да? Да. Подписан? Подписан? Подписан, вот, смотри, Егор Шип. Значит, уже отпишется. Значит, отписан уже. Надо поднять? Давай, поднимем. Давай. Держи. Я буду его придерживать, все. Он уже не падает. Давайте. Ужас какой. Я просто не отписываюсь от него.
а он отписывается, тупо отписывается, я уже не успею следить за этим. Мужская истерика. Ой, о чем я говорила? О Кристине. Ты, Кристина, первый раз делала это? Ну, если не считать выступления в школе, когда я была маленькая. А тиктоки? Тиктоки я записываю одна в студии с моей подругой. А, и как, скажи, есть разница между тиктоками и когда перед живыми людьми? Ну, я так и пришла в косплей, чтобы, так скажем, набраться смелости. Соответственно, вот, учусь потихоньку. А кого ты еще косплеила? Элли из The Last of Us, Элой из Horizon, ну и также из Геншина тоже есть пара персонажей. Как мужские, так и женские. В общем, я хочу пожелать тебе успехов. Спасибо. Это очень круто. Спасибо. Я, честно, не знала... Я не знала о том, что существует отдельное прям такое серьезное направление, где люди косплеят кого-то. И я думаю, тем, кого косплеят, очень приятно, если они еще живы, если они не вымышленные персонажи. Вот, судя по мне, это можно быть в этом уверенными, что это реально круто, когда повторяют тебя. Что касаемо... Лена. Лена. У тебя было видно, как будто бы ты в этом чуть больше варишься. Ты, наверное, в этом и так больше варишься, ну, да? Ну, как сказать, я уже 3 года тиктоки снимаю. Но снимать тиктоки и в жизни выступать несколько разное. Вот. Единственное, когда я выступала на сцене, у меня действительно был долгий перерыв. Это вот второй раз я сегодня выступаю на сцене за долгие годы. А так я просто театральный институт заканчивала и играла в спектаклях. И это очень волнительно заново выходить на сцену на самом деле. Тяжело. А расскажите мне, пожалуйста, как вы готовились? Какие особенности, может быть, были? Это же не просто выступление, да? Конечно. Что, на что вы обращали внимание? Смотри, я смотрела лайв-выступления твои, смотрела клипы, сторис. Я, короче, сталкер была прямо. Просто для меня всякие нюансы, ну, и твои тиктоки смотрела, какие-то... У меня вот создался образ такой вот, ну, такой классный, игривый, такой зажигалочки, да? Да, игривой девчоночки. Очень такая... Как ты готовилась? Я пересмотрела все твои тиктоки. Ну и также смотрела тиктоки со съемок. Ну, когда ты анонсировала этот клип, присматривалась к макияжу, к образу. Девочки, блин, я максимально, ты видишь, оттягиваю этот момент. Да. Надо делать выбор. Давайте... Я, может быть, у зрителей спрошу еще? Давай, это очень дохлый номер, правда, не рабочий. Падает. Падает. Сладкий, мой мальчик. Постой, пожалуйста, ровно, ты задрал уже. Угу. Помощь зала, да? Да. Твоих любимых гостей. Да, мне просто интересно, потому что я сидела здесь, и для меня это в любом случае волнительно. Каждая девочка... круто это сделала. Что для вас, может быть, какие-то нюансы вы заметили? Какие-то ну, отличительные... давай послушаем, кто за Кристину. Кто за Лену? Я говорил, это дохлый номер. Из этого ничего не выйдет, поэтому нужно делать, да, принимать решение. А ты можешь? Я могу только отдать кубок, когда ты сделаешь выбор. А можно на чики-брики? У тебя мнение есть? У меня? Они обе классные. Да, ну мы не можем, да, дать, ну как бы, победу двоим девочкам. Давай, думай, я пока за кубком схожу. Давай. Чики-брики, пальчик. Девочки, а вы сами как оцениваете? Ну, ты, конечно, молодец. Нет, на самом деле, часто люди оценивают свое выступление как-то здраво, могут даже... Говорите, классно, мы такие классные, девочки. А мы... Мы такие классные, классные. Кристина, правильно? Говори тоже так. Говори, я классный. Я за Лену. Вот. Ты за Лену? Да, я просто наблюдаю за ее творчеством, она вкладывается очень сильно в свои проекты. Так что, в принципе, она этого заслуживает, вот. Ты тоже этого заслуживаешь. Она просто такие сложные костюмы крафтит, ты тоже этого заслуживаешь. А ты отыгрываешь персонажей. Ты тоже. Да. Не поняла. Нет, это все монтаж и постанова. Нет, неправда. Я тебе помог. Да. Никто не слышал, но я тебе помог. Все. Так, давай так. Нет. Держи. Подожди, я скажу, можно? Давай, конечно. Можешь даже к ним выйти, если хочешь. Давай. Девочки, во-первых, очень приятно с вами познакомиться. Классно, что ты царапки нарисовала. А ты тоже в следующий раз нарисуй. Смотрите,
Если брать по профессионализму, по выступлению, по подготовке и тому подобное, то у тебя было как будто более все слажено в плане выступления, парик, царапины, макияж, поведение, плюс ты... Ладно, просто не обращайте уже внимания. Да, но так как ты в этом уже дольше, я думаю, ты со мной согласишься, что... Если не согласна, скажи, что первую победу было бы круто отдать Кристине, чтобы ее смотивировать на... Я согласна. Я согласна. Чтобы... Потому что это твой первый раз. Мы тебя Спасибо. Поздравляем. И я думаю, мы с тобой, да, ее поздравляем. Ты красотка. Аплодисменты, друзья. Мы желаем тебе успехов. Забери себе Егора. Хочешь, забирай. Пусть пока с тобой потусуется. Мия. Да. Я хочу пожелать, девочки, вам успехов больших во всем, чтобы вы не начали делать. Вы большие молодцы. У вас все получится. Главное не останавливаться, двигаться вперед и быть всегда на позитиве, несмотря ни на что. Супер, спасибо, друзья, большое. Спасибо вам большое. Сегодня с нами была прекрасная, замечательная Мия Бойко, которую мы все любим и обожаем. Это было шоу Lip Sync Battle. И я не говорю вам до свидания. Я говорю вам пока и до скорой встречи, друзья. Смотрите следующий выпуск. Интересно, кто же в нем будет. Пока!